подожди. Я отдал тебе деньги, просто все есть, все будет. Ну что ты делаешь? Не нужно! Ну это мое! Достал. Хули ты орешь, мудозвон, нет тут никого. Ты лучше вспоминай, где бэха твоя наворочена. Подруга твоя телефон отключила, ты на метро стал ездить. А где бэха? Где она? Неизвестно. Ладно, давай не мерзни, память освежай, я скоро. Меня нет. А где ты? Юль, ну не тупи, ну придумай что-нибудь. Гошка, ты... Ничего себе, какие люди! Гоша! Ой, 1000 лет тебя не видела, ну ты как, жив, здоров? А ты все такая же красотка, Юлька, ну молодец. Ой, ну годы тебя не берут никак. Ладно тебе. Лешка, выходи, смотри, кто пришел. Ухо. Живой. Ты сам живой, братан. Старый, ну ты вообще, ну ты как... Ты удивил, ей-богу, как ты нас нашел-то вообще? Как сам, слушай, рад видеть. Совсем не изменился, да? А ты мордень-то отрастил, будь здоров, вот кабан, а? Нервы, нервы, Гоша, нервы, так, все, хорош базарить, айда на кухню, давай. Юльку рубанином салатику и водочки, там достань меня занычено. Гоша, ухо! Ай, братан! Ай, да жесть, старый, жесть. Жизнь проходит в семейных трусах. Ай, то ли дело Гудермес, помнишь? Ха. Крутой замес был. И ты помнишь? Помню, брат. Я все помню. До сих пор по ночам снится. Слышь, а мне кто-то говорил, ты в прошлом году продолжил? Че, серьезно? Ну, как тебе сказать? Понятно. Покрошил укропа. Под Дебальца убился, мне говорили. Давай не будем об этом. Ты лучше про себя расскажи. Как до жизни такой дошел, а, братан? Ой, да жопа полная, старик. Я же теперь вроде как блогер. Про кино пишу. На Фейсбуке там пописываю. Где пописываешь? Да неважно. Давай плесну. Бабок нету. Гонорар вдвое урезали из-за кризиса. Но у меня кредитов выше крыши. Я ж кинокритик. Раньше-то хоть как. Хоть на пресс-показах пожрать можно было, а сейчас и это обрубили. Ха. Да. Не просто живется творческим, сука. Личностям. Не говори, старый. Уха, уха, Тюхан! Я вообще не понимаю, как ты так взял, зашел. Ну... Как нашел ты нас вообще? Ну, был я тут раньше. В прошлой жизни еще. О, Саня, иди сюда. Саня, знакомься. Это дядя Игорь Ухо. Здорово. А Ухо — это фамилия? Ухо — это боевая кличка. Дядя Гоша на войне злым дяденькам уши отрезал. И на веревочку их, как ожерелье вешал. Леша. Ну чего, чего? Так, ну все, все, укладываемся. Давай. Леша, а ты когда деньги отдавать собираешься?
когда бабки отдашь, братан? Какие бабки? Уж ты чего? Лешенька, 4 лимона 300 штук. 4 300, Леша. Столько ты понабрал кредитов за последние полгода. Надо отдать, братан. Надо отдать. Так вот ты зачем пожаловал, Игорь Палыч. Так ты что ж, в коллектор записался? Да, я-то думаю, по старинной дружбе зашел. Я уговаривать тебя не буду. Неси деньги. Если я вернусь без них, то к тебе... К тебе придут уже ребятки посерьезнее. Старый, ты чё меня стращать вздумал? Ты мой друг и товарищ. Поэтому без бабок я не уйду. Неси, открывай заначку. Ну, хоть часть, Леша, хоть часть. Я разрулю. Ты меня знаешь, я не уйду. Ладно, старый, ты прости меня. Ты чё? Я что-то зря это вспылил всё и начал. Прав ты. Я сейчас принесу. Прости, правда. Я зря. Сейчас. Правда, прости. Сейчас принесу. Сейчас. Слышь, командир, ты сейчас, сука, встанешь и тихо отсюда выйдешь. Съебешься тенью, иначе от тебя одно ухо и останется. Понял? Да. Так вот ты как, с боевыми товарищами, которые тебе помочь пришли. Охуенно ты придумал. Завалить меня хочешь? За то, что ты кредитов понабрал. Отдавать в падлу, да? Охуенно ты придумал, Леха! Охуенно, сука! Молодец! Падла. Я одного не понимаю, старик. А зачем было столько брать? Куда тебе эти лимоны? Чтоб в трусах ходить и на даче прятаться, а? 4 ляма они набрали. Вы озверели совсем. Вы столько в жизни не заработаете. Я за всю войну и малой доли этого не заработал за 3 ранения. У тебя жопа по шву не треснет, а? Сука ты, Леша, жадная! Сука! Леха, ты меня знаешь. Это чего? Я тебя резать буду, сука. Короче, бабки где? Гуша, Гуша, я тебя прошу, ну тормози, тормози, осади коней стороны. Ну ты что, товарищ, ну я не стал тебя стрелять. Ты что, ты серьезно поверил, что ли? Ну так припугнуть хотел, ну ты, что ты это творишь, я не пойму. Ну успокойся, успокойся, ну что ты цирк устраиваешь, завязал, от семью пугаешь. Нет у меня сейчас денег, ну нету. Дай мне неделю, я в Болгарию смотаюсь, у меня делюга есть, дай мне неделю. Я через неделю тебе отдам еще сверху. Короче! Где бабки, ты говорить не хочешь? Нет. Я правильно тебя понимаю, однополчанин. Нет, у меня денег. Ну нет, у меня денег. Леша, совсем нет. Нет денег. Совсем нет. Нет, и все тут. Mm-hmm.
Юлечка, ласточка моя. А муж у тебя жадная тварь. А ты, я смотрю, с ним заодно, да? Хотя ты всегда была подлой сучкой, но красивой. Ну что, денег не появилось, а? Пошел нахуй! Говорить не будем, сука! Совсем тебе никого не жалко! Ты чего ревешь? Обидел кто? Нет, дядя Ухо, я деньги принес. Ого. А вот ты мужик, молодец. Сын за отца не отвечает, а ты батю спас. Ну, давай, сколько там? Yeah.